бензогіни газ, водомати та коктейлі Молотова. Столицю Грузії Тбілісі сколихнули масові акції. Грузини протестують через ухвалення першого з кількох законопроєктів про іноагентів. Сьомого березня парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт про прозорість іноземного впливу, який значною мірою наслідує російське законодавство. Розгляд документу 7 березня став несподіванкою. Спершу планували, що його винесуть в залу 9 березня. Обговорення почали за відсутності більшості опозиційних депутатів. Після цього біля будівлі парламенту зібралися протестувальники. Почалися сутички, поліція застосувала сльозогінний газ. Напруга зросла, коли співорганізатори акції закликали переміститися до усіх трьох виходів з грузинського парламенту. У хід пішли водомети. Правоохоронці взялися затримувати протестувальників. Слава героям, слава Україні, слава Грузії, слава Європі. Эти слова очень востребованы на сегодняшний день, потому что все население Грузии как раз об этом говорит. И сегодня назначен опять, так сказать, протестный митинг студентов. Они уже, это будет тоже массовый, так сказать, митинг. И тоже представители оппозиции тоже соберутся перед парламентом. Это то место, где вчера был разогнан митинг, мирный митинг. Вчера были арестованы многие представители мира, так сказать, мирные демонстранты. Хотя они абсолютно держались абсолютно спокойно, стойко. Даже ни одно, так сказать, такое правонарушение не было сотворено. Даже не было, так сказать, хотя бы витрины или машины, как говорится, значит, не были, так сказать, повреждены. Ну, там были некоторые провокационные действия, которые были сотворены, так называемые, тетушками. Ну, вы знаете, вот такие тетушки. Потому что якобы некоторые там бросали коктейль Молотова, это тоже очень странно. И еще самое главное, что почему-то кто-то примерно за три дня до этого протестного, так сказать, митинга, кто-то там специально положил камни. Это вот тоже факт, тоже, так сказать, был подмечен как раз. Законопроєкт про прозорість іноземного впливу вніс до парламенту Грузії громадський рух «Сила народу». Він з'явився в країні після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну та зазначив однією зі своїх цілей протистояння пропаганді ліберальної ідеології та бажанню Заходу втягнути Грузію у війну. До реєстру іноземних агентів пропонують включати недержавні організації та ЗМІ, які отримують понад 20% фінансування від іноземної держави. Посольство США у Грузії вже назвало цей день чорним для грузинської демократії. Ці закони просто переписані, переведені з російського закону об іноагентах. Ми знаємо, як виглядить цей закон російський, і це був одним из вот тех шагов, которые привели к тем событиям, которые мы сейчас там ощущаем на себе в Украине. Потому что демократия – это разность мыслей, разность мнений, а в России как раз не бывает разности мнений, там нету демократии. И вот грузинская правящая элита решила пойти этим же путем. Но тут есть одна большая проблема у этой правящей элиты. Они не осознали одной вещи, что Грузия сделала свой европейский выбор еще в далеком 1990 году, когда грузины для себя очень четко и ясно определили свой вектор развития. В результате этого выбора Грузии пришлось понести огромные потери в войнах, пришлось перенести 4 войны, и в Грузии может быть большая разность мнений, но в Грузии есть полностью единый консенсус населения страны о том, что будущее Грузии только в Европе, в европейском векторе развития. Именно желание властей пойти по российскому сценарию, сближаться с Россией, пойти по российскому сценарию, вызвало вот эти протесты. И думаю, что эти протесты не остановятся. Тем более, в самой этой ситуации президент Грузии, которая сейчас на данную секунду находилась в Нью-Йорке, как
когда вчера все это началось, она недвузначно дала понять, что она на стороне народа. И, в принципе, помимо того, что это вызвало протесты людей, это вызвало раскол во власти. И самой внутри правящей партии начались неоднозначные процессы, потому что правящая партия изначально, когда приходила к власти, она декларировала свой европейский вектор, она декларировала, что главная ее задача – членство Грузии в ЕС и в НАТО. Но вот принятие, попытка принятия этого закона прямо противоречит вообще этим вещам. Скажу больше, в Грузии давным-давно уже в Конституции записано, что целью Грузии является интеграция в европейские структуры. И в принципе, об этом сказала и президент в своем выступлении. Она сказала, что она является главным гарантом Конституции, где это прописано, и в том числе и правительство тоже, которое парламенту подсунуло этот закон. Поэтому вот это вызвало вот такие негативные реакции. Проти ухвалення законопроєкту вже виступив ЄС, бо це суперечить прагненням Грузії до подальшого розвитку та членства у Європейському Союзі. Грузини продовжують протестувати.